Всем привет, ребята! Это видео объяснение к коротышке, которую вы видели уже у нас на канале. Показываем. Вас кто-то хватает за руку, вы просто-напросто изворачиваете его руку, уходите в сторону с подшагом, наносите удар или толчок. Но лучше, конечно, сделать удар. Сама суть этого приема заключается во внезапности и в скорости. Если вы будете телиться, вас кто-то схватил, начинаете дергаться, он уже понимает, что сейчас его противник будет что-то предпринимать. Он напряжет руку, и вы вывернуть его уже не сможете. Вы сами потеряете и контроль, и управление ситуацией, и он вас завернет. Поэтому, когда вы делаете такой прием, к примеру, такую комбинацию, вы захватываете противника, вы разворачиваетесь очень быстро и неожиданно для него. Раз, развернулся, ногу подставил под него и ударил. И тогда у вас все получится. Сейчас мы вам покажем эту же комбинацию, только сзади, чтобы вы видели, как уходит и моя рука, и его рука. Мы держим друг друга за руки. Я выворачиваю руку вот так вот, таким образом, сюда, назад. Захожу под него и сбиваю локтем или в грудь, или в подбородок, куда вам угоднее. Если это делать быстро, если это делать качественно, у вас все получится. Конечно, найдутся специалисты, которые скажут, что все это туфта, все это фигня. Покажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, диванный спецназ. Так вот, ребята, из всего диванного спецназа, который у нас здесь был на прошлой неделе, осталось максимум четверть. Всех остальных почикали. То есть судьба диванного спецназа сводится к тому, что рано или поздно они в виде колбасы или в виде жареного гуся с яблоками попадают на рождественский стол. Лучше заниматься спортом, подписываться на наш канал. У нас уже почти 2000 подписчиков. Это круто, мы растем за счет коротышек. Но нам хотелось бы, чтобы вы смотрели и большие видео, потому что большие видео несут намного больше информации, объяснения и пояснения к тому, что вы видели в коротышках. Не забудьте подписаться, поделиться видосом с друзьями, поставить лайк, нажать на колокольчик. И всем вам удачи. Пока!